Здравствуйте, с вами я, Егор Галев, и информационный выпуск «День за днем». О самом важном и интересном на территории Татарского района за прошедшую неделю сегодня в нашей программе. 13 апреля в районной администрации прошло совещание с руководителями сельскохозяйственных предприятий о готовности к весенне-полевым работам. На повестке дня обсуждались вопросы по оздоровлению и профилактике от лейкоза крупнорогатого скота, об изменениях в лесном законодательстве и о состоянии готовности хозяйств района к весенне-полевым работам. С 1 января 2020 года не будет реализовываться продукция животного происхождения, которая не отвечает санитарным требованиям. К такой продукции относятся молоко и мясо, произведенные от больных животных. При изменении условий предоставления меры государственной поддержки в текущем году была предусмотрена следующая норма. С 1 января 2018 года ни один сельскохозяйственный товаропроизводитель не будет получать меры государственной поддержки, если он не имеет разработанной программы по оздоровлению крупного рогатого скота, которая должна быть утверждена Управлением ветеринарии Новосибирской области. Прошлый 2016 год по оздоровлению от лейкоза крупнорогатого скота в юридических лицах наших хозяйств был провальным, за исключением некоторых хозяйств, двух хозяйств, которых можно было поставить пример, где путем систематических исследований и выполнения организационных мероприятий было получено достаточно начальное стартовое поголовье коров маточного поголовья, здорового от вируса лейкоза, и которое могло пойти на воспроизводство и на расширение противолейкозных мероприятий. Все 32 головы гематологически больных, которые, к сожалению, сегодня остались в районе, а всего их 64, вы можете сдать на убой в Калачинск, не везти куда-то далеко или еще что-то. Достигнута такая договоренность с Управлением ветеринарии Омской области. Буквально сегодня этот разговор закончен. Директор государственного предприятия Новосибирской области «Лесхоз Татарский» Игорь Турышев обратился к руководителям хозяйств с просьбой зарегистрироваться на сайте единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины во избежание штрафа за неиспользование сайта. Крестьянско-фермерские хозяйства Татарского района уже приобретают все необходимое для посевной. Но стоит отметить, что на рынках Новосибирской области стали продаваться фальсифицированные семена. Поэтому руководители хозяйств должны быть осторожны. По району 45% семян предстоит пройти обработку. Обеспеченность горюче-смазочных материалов составляет 88%. На сегодняшний день 5 хозяйств уже приобрели азотные удобрения, которые по объему составляют 530 тонн. Капитальный ремонт техники в ряде хозяйств шел весь зимний сезон, поэтому проблем с ней нет. Татарскому району предстоит ярового сева 101 205 гектар. Из них зерновые, зернобобовые культуры – это 77 800 гектар. Кормовые культуры – 27 661 гектар. Масличные культуры – 2500 гектар. Из кормовых хотелось бы выделить силосные, наша страховая культура, да, 4645 гектар. Из вот этой 101 205 гектар имеется готовой земли 65 300 гектар, это 64,5%. Но стоит отметить, что 35 тысяч, это 35% с половиной, еще нужно будет подготовить. Прошу вас обратить внимание вот на вот эти вещи и при подготовке. Во-первых, рекомендация такая, ну, наверное, у нас никто так не делает, до последнего не ждут, но раскачки сегодня никакой не должно быть. То есть выехали, оперативно закрываем влагу. В завершении совещания глава Татарского района Владимир Смирнов отметил, что посевные работы должны завершиться в сжатые сроки. Еще одна из важных тем, которую обсуждали на прошедшей неделе в зале заседаний районной администрации, это обеспечение пожарной безопасности в весенне-летний период.
Заместитель главы администрации района Алексей Герасименко рассказал о обеспечении безопасности на территории. Как выяснилось, пожароопасный период ориентировочно должен начаться 20 апреля. На территории района были проведены работы по устройству минерализованных полос на подведомственных территориях муниципальных образований. Общая протяженность этих полос составляет 135,5 километра вокруг 61 населенного пункта. Места наиболее вероятного возникновения огня – это Дмитриевка, Безбожник, Евгеньевка, Вторая Степановка, Зубовка, Казат, Кульнова, Александровка, Успенка, Лебяжья, Казачий мыс, Красноярка, Камбар, Киевка, Богдановка, Козловка и Малый Ермак. По данным космического мониторинга, в 2016 году на территории района было зафиксировано 67 термических точек. Начальник отдела лесных отношений Департамента лесного хозяйства Александр Кидло сообщил, что татарское лесничество на 100% готово к пожароопасному сезону. На сегодняшний день у нас проводится работа с линейными объектами. Это и дорожники, и электросети, железнодорога, газопроводы, нефтепроводы. Ну, то есть вот это затрагиваем. 807-е постановление, проходящее через линии, через лесные массивы, дороги, трассы должны содержаться в очищенном от сухостойной буреломной древесины, сучьев, иных отходов, горючих материалов, вплоть травы и все прочее, на расстоянии 10 метров. И в продолжении темы. 14 апреля на территории северо-татарского сельского поселения было проведено комплексное пожарно-тактическое учение по защите населенного пункта от перехода лесного пожара. Для учений были привлечены татарский лесхоз, отдел лесных отношений по татарскому лесничеству, добровольная пожарная команда Северо-Татарского сельсовета, пожарная спасательная часть 69, пожарная часть 116, оперативные группы администрации татарского района и пожарно-спасательного гарнизона татарского района. В ходе проведения учений отработан комплекс мероприятий, прохождение и обмен информацией между взаимодействующими службами, оперативность прибытия сил и средств к месту возникновения чрезвычайных ситуаций. Минимизация рисков возникновения лесных пожаров. Администрация Татарского района постоянно проводит работу по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, которое строится на принципе создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, особенно в тех направлениях, которые помогают обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие района. Одним из получателей финансовой поддержки в 2016 году является индивидуальный предприниматель Татьяна Лукша. Татьяна Юрьевна занимается предпринимательской деятельностью с 2016 года. Ее мастерская праздника «Ажур» оказывает услуги по декоративному оформлению помещений для проведения свадебных, юбилейных и других торжественных мероприятий, изготовлению свадебных аксессуаров, а также плюшевых и сладких букетов. Предпринимательской деятельностью я как бы открылась недавно, а занимаюсь вообще этой деятельностью где-то в течение 5 лет. Было желание открыть что-то свое, поэтому вот благодаря помощи администрации и центра занятости я как-то попыталась вот это сделать. Ну, естественно, родные и близкие, это само собой, это без этого никак. Свои средства я тоже туда вкладывала большей частью. Я занимаюсь это все одна. Помощь, естественно, есть, она и моральная, и материальная. Ну, как-то руки пока свои только. Может быть, в дальнейшем появятся еще одни руки. Мастерская праздника «Ажур» также осуществляет доставку своей продукции в близлежащие населенные пункты. Идея для вдохновения Татьяне Лукше дает интернет, где можно найти очень интересные примеры для организации праздников и внести разнообразие в предоставление своих услуг. Интернет у нас такие большие идеи выдает, что прям хочется что-то сделать. Иной раз смотришь и думаешь, вот, ну очень красиво и хочется повторить. Ну, бывает, что повторяешь, а бывает, что как бы вот не дотягиваешь, поэтому стараешься чему-то научиться новому и по новой что-то создать. Такая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства позволяет обеспечить прирост оборота товаров и услуг, а также развить конкуренцию. Меньше месяца остается до главного праздника нашей страны – Дня Победы. В Татарском районе подготовка к празднованию идет полным ходом. В очередной раз молодежный центр приглашает жителей Татарского района принять участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Главная задача акции – сохранение в каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.
Для участия в этом мероприятии необходимо сделать фотографию фронтовика размером 21 на 30 сантиметров, поместить в рамку, к ней прикрепить ручку. Акция пройдет 9 мая. Построение бессмертного полка состоится на привокзальной площади в 9:30. В прошлом году акция «Бессмертный полк» прошла в Татарске и в селах района, и в ней приняли участие более 2500 человек. Еще одна довольно атмосферная акция, которая тоже стала традиционной, это акция «Свеча памяти». Она состоится 8 мая. Любой пришедший на этот поминальный ритуал получает бесплатную свечу памяти, которую можно зажечь и установить у вечного огня. Огонь будет бесперебойно функционировать со 2 по 9 мая. Утром 5 мая состоится традиционная торжественная встреча на перроне железнодорожной станции «Татарская» у мемориальной доски в честь 112-й стрелковой дивизии и 41-й отдельной стрелковой бригады. В этот же день в 14:00 состоится торжественное собрание в районном доме культуры «Родина». Восьмого мая в Татарске пройдет спортивный праздник с соревнованиями по настольному теннису, гиревому спорту, волейболу, городошному спорту, мини-футболу, а также шахматам и шашкам. Утро Дня Победы начнется с праздничного шествия с военной техникой от привокзальной площади до мемориального комплекса. Там состоится торжественная встреча жителей Татарского района в честь 72-й годовщины со Дня Победы. В историко-краеведческом музее имени Николая Яковлевича Савченко состоится праздничное мероприятие для ветеранов «Ветеранский круг». Творческие коллективы будут выступать на центральной концертной площадке днем и вечером. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на другой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на другой. Закончится празднование Дня Победы фейерверком. В рамках празднования 80-летия Новосибирской области Новосибирский государственный областной дом народного творчества проводит широкомасштабную творческую акцию – открытые методические площадки для специалистов по жанрам самодеятельного художественного творчества и социально-культурной деятельности, стартовавшие в марте 2017 года в городе Черепаново. С 12 по 14 апреля эстафету принял Татарский район. Участниками методических площадок в Татарске стали более 160 человек. Специалисты учреждений культуры Новосибирской области, руководители учреждений, творческих коллективов, мастера декоративно-прикладного искусства из Барабинского, Венгеровского, Куйбышевского, Кыштовского, Татарского, Устарского, Чановского и Чистоозерного районов, а также из города Барабинска. Мы вас поздравляем с таким замечательным событием. Мы очень рады, что у вас такое большое количество откликнулось на наши площадки. Вот, поэтому мы постараемся максимально придумать интересные занятия, наполнить их содержанием на каждой секции и постараемся в максимально короткие сроки дать вам полезный материал. Я думаю, каждому из вас, кто приехал, что-то найдется полезного для будущей вашей работы. Всего в районном доме культуры «Родина», детской школе искусств «Радуга», информационно-методическом центре и центральной библиотеке работало 9 площадок по хореографии, детскому танцу, творчеству хоровых коллективов и вокальных ансамблей, эстрадному вокалу. Прошли семинары для руководителей русских народных оркестров, секции по проведению игровых программ, интерактивный семинар на тему «Дом культуры 21 века», семинар-практикум по изготовлению русского традиционного костюма и семинар «Народная тряпичная кукла». По окончании мероприятия всем слушателям методических площадок были вручены свидетельства. С
«Снегири пролетели». По таким необычным, но хорошо знакомым зрителям названиям состоялся очередной фестиваль КВН на Кубок главы Татарского района. О чем шутят школьники и студенты Татарска, узнаем в нашем следующем сюжете. На сцене 10 совершенно не похожих друг на друга команд. Это молодые юмористы из педагогического колледжа, городского и районного домов культуры и, конечно, школ Татарского района. С приветственным словом КВНщикам обратился глава Татарского района Владимир Смирнов. Уважаемые участники, уважаемые зрители, уважаемые члены жюри, я хочу поприветствовать всех вас на ежегодном Кубке КВН. Хочу пожелать много шуток, конечно же, позитива, эмоций. Команда, чтобы от них сегодня шло веселье, шутки, смех. И, конечно же, пожелать вам удачи, друзья. В этом фестивале всего один конкурс – своеобразный фристайл. Каждая команда должна подготовить выступление любого формата. Вы на себя бы-то посмотрели, будущие педагоги. Вы когда на практику-то пошли, по коридору прошли, вам старшеклассники что сказали? Не бегать! Проблемы хорошо знакомые тем, кто учится в школах и колледжах нашего района, не раз в этот день высмеивались со сцены фестиваля. Однако не забывали молодые КВНщики и о том, что 2017 год – это год экологии в России и 80-летия Новосибирской области. Новосибирской области в этом году исполняется 80 лет. Ну и как не вспомнить про наше замечательное сельское хозяйство? С каждым годом уровень команд из Татарска, играющих в КВН, растет. Об этом говорят успехи, которых КВНщики уже успели добиться в 2017 году. Например, команды из лицея «Лицом к лицу» и школы номер 4 «Центральный район» сейчас играют в омском турнире «Стартап». Оба коллектива успешно выступили в 1/4 и прошли в полуфинал, который состоится осенью. А команда районного дома культуры «Музей Мадам Тюссо» стала победителем в четвертьфинале официальной региональной лиги «КВН Сибирь Next» в городе Новосибирске. Поэтому неудивительно, что каждая команда фестиваля «Снегири пролетели» по-своему интересна и уникальна. Это Андрей, новый участник нашей команды. Знакомьтесь. Андрей, тебе привет от звукача. Привет, Андрей. У нас в команде такая политика, либо ты адекватный, либо ты с Ворониным. Выбирай. Ну, конечно, я адекватный. У членов жюри, которые связаны с КВНом не первый год, стояла непростая задача. Из 10 команд им нужно было выбрать 4 лучших, а также определить главных актеров фестиваля. По итогам игры третье место заняла команда школы номер 9 «Отцепленный вагон». Серебряные медали у музея «Мадам Тюссо» из районного дома культуры. На первом месте команда «Лицея» «Лицом к лицу». Обладателем гран-при во второй раз подряд стала команда «Сборная столовой» Татарского педагогического колледжа. Победители игры получили кубок из рук главы Татарского района Владимира Васильевича Смирнова. Несколько лет назад на фестивале был учрежден спецприз от команды Завета Кузьмича. На фестивале 2017 года спецкубок получила команда школы номер 4 «Центральный район». Это был информационный выпуск «День за днем». Смотрите нас на телеканале ОТС каждую пятницу в 18:00 с повтором в субботу в 10:30. Также все наши выпуски вы найдете на нашей странице ВКонтакте. С вами был Егор Галев. Всего доброго и хорошего вам настроения.